Новый удар Вашингтона в торговой войне с Пекином. Госсекретарь Майк Помпео пригрозил странам, которые используют оборудование китайского гиганта Huawei, лишить их доступа к американской информации и, более того, возможности сотрудничать со штатами по многим вопросам. Huawei, кроме мобильных телефонов, производит базовые станции для сетей сотовой связи. И американские спецслужбы уверяют, что с их помощью может собирать данные разведка Пекина. В итоге китайское оборудование фактически запретили в США. Теперь отказаться от технологий Huawei Вашингтон призывает и своих европейских союзников. Мы объяснили им всем, что если страна принимает их и внедряет в свои критически важные информационные системы, мы не сможем делиться с этой страной информацией, мы не сможем с ней сотрудничать. В некоторых случаях есть риск, что мы не сможем размещать там американские ресурсы, например, американского посольства или американского военного ведомства. Есть реальный риск, и мы хотим быть уверены, что они понимают, это риск не только для их собственного населения, но и риск для самой возможности обеспечивать безопасность в мире совместно с Соединенными Штатами.